В Пензе почтили память архиепископа Серафима Тихонова, управлявшего епархией почти 22 года. Он ушел из жизни 17 лет назад и теперь покоится возле стен Успенского кафедрального собора. В основном храме прошла литургия с участием четырех архиереев – митрополита Серафима, епископов Климента, Митрофана и Нестора. Многие прихожане в Пензе до сих пор помнят и любят владыку Серафима. На панихиду пришли и родственники архиепископа. Ну так он добрым был человеком, всегда это пойдет на помощь для нашей семьи. Он не просто родственником, он постоянно, когда бабка была жива, он постоянно к нам ходил. Святая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владыка, прости беззаконие наше. На могиле архиепископа Серафима выстроили храм. Он пока не работает, но в день памяти архиерея двери здесь открыты. Строительство пока не завершено. Стены внутри до уровня побелки будут выложены мрамором. По левую сторону от храма усыпальницы стоит крест в памяти владыки. По правую – о его наставнике, архиепископе Уфимском и Стерлитамакском Феодосии.